Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, головоломную вечеринку я проходить не буду, ребят, все равно не пройду, я знаю это прекрасно. А вот задание ежедневное, пожалуй-ка, можно. Разыграйте 3 ягоды, так, выиграйте игру мозговитым зомби-героем и разыграйте 3 ореха. Так, значит, разыграйте 3 ягоды, да? У меня, в принципе, на ягодах есть, друзья мои, бабах, если я не ошибаюсь. Ну, как бы... Ну да, есть 3 ягодки. Давай попробуем разыграть 3 ягоды. Интересно, а фруктовый микс это считается как ягода? Блин, заразительная сальца, ничего себе. Так. Ну давай попробуем так пока. Само собой, он будет на танцорах сейчас выпендриваться. Здесь что делает? Ну, приступим. Ну да. Что дальше? Ага. Ага. Ну давай поставим так. Ну ладно, утягивает. Короче, все равно ему крышка, ребят. И этому, и этому. О, как. Сделаем вот так. Слушай, ну ландшафт неуязвимки. Так, орех. Ха, даже так? Даже так, да? Что же мне тут лучше сделать-то? Давай так сделаем. Допустим. Так, дальше вот здесь вот что мне сделать, друзья мои? Пока до защитника дойдет. Это вот лишний, по-моему, парень. Это уберем отсюда, да? Там, наверное, танцульки эти, да? Нет. Обознатушки, друзья мои, обознатушки. Ну, что сделать-то, наверное? Вот так. Но я здесь проиграл, по-моему. По-моему, я тут проиграл. До защитника дело не дойдет, по сути, да? Но... Вот так вот даже сделал, да? Такс. Ну давай сделаю. Давай сделаю вот так вот. Заодно и проверим, будет ли у него ландшафт. Так. Так, не говори, что у тебя 3 в лицо сейчас прилетит мне. Нет, нет, друзья мои, вот что он делает.
Теперь будем надеяться, что у него... Ага, вот как. Погнали. Так, этих всех вырубаем. Угу. Допустим. Допустим, ребят. А, он сдался. Я просто уже сразу хотел сделать ландшафт неуязвимки поставить. И все, ребят, и на этом бы... На этом бы его песенка была бы спета. Но он сдался. Ну что же. Разыграйте три ореха. Я хотел на самом деле разыграть три ягоды. А получилось, что я разыграл всего лишь три ореха. Ладно, давай попробуем еще. Против ржавого разряда у нас выступает поединок. Так, вот как раз ягода, вот это уберем. Угу. Во, в принципе, неплохо, ребят. В принципе, неплохо. Во, как делает, да? Ну что ж, давай. Конечно, мне бы хотелось бы ягоду бы выставить. У него, наверное, валун будет. Давай сделаю так и вот так. А там посмотрим. Потом, если что, поставим ягоду впереди. Правда, я не помню, ставится она или нет. Можно микс фруктовый, в принципе, использовать. Так, вот я сделаю. Ага. Окей. Так, допустим. Ну что, я шваркнул, наверное, этого хмыря. Я не знаю, какие у него там заклинания. Вирус. Он применяет вирус. Ну ладно. Так, вот слушай, вот орех мне высадить или... Или лучше ягоду. Если он сейчас поставит кого-то сюда, я поставлю орех. Но я боюсь, что у него есть этот флакон. Ну ты понял, да? Который стоит 3 энергии. Но с его учетом будет стоить 4. Но кактус он может наказать. Но кактус он может наказать. Давай посмотрим. Ну, у тебя наверняка же есть что-нибудь. У тебя есть, наверное, понижение атаки должно быть. Что у него еще есть? Вот, видишь, валун. Так. Итого, того 2 единички хп, ребята, мы ему оставляем. И это все?
Угу, вирус. Сейчас он атаку, ребята. А, он не стал понижать. А, сейчас будем смотреть. Что-то задумался Мусплаулус. Не знает, что поставить, да? Да, с одной единички хп-то, конечно, тут далеко ты не уйдешь. И это факт. Блин, а я всего лишь одну ягоду разыграл. А, нет, две ягоды, я, по-моему, микс фруктовый. Но я не знаю, правда, считается он как за ягоду или нет. Ну, если ты сдаешься, так сдайся ты по-человечески. Фиг ли ты, блин, время мое тратишь-то, а? Чепушило несчастное. Да, ребята, фруктовый микс считается как удар за ягоду, поэтому нам нужно еще одну ягоду разыграть. Ну, я думаю, что мы ее сейчас как раз-то и сделаем. Ну, давай, 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 быстрее кого-нибудь мне находи. Ну. Угу. Так, это Нептус. Это у нас Нептус, друзья. Ай, вроде как бы все хорошо. Ё-моё. Ё-моё, ну что это, ребята? Ну, ай-яй-яй. Ну этого хламона, что, спортивная колода, что ли, добыть не может? Так, у Нептуси что там? Да у нее дофига там что есть. Ну что, осьминога будешь его выставлять? Наверняка же припасла его там. Как НЗ-шечку. Нет, не хочешь? М? Вот, друзья мои. И Чепушило пожаловал. Сейчас, наверное, этого поставить тренера, да? Свистопляса. Ну давай, 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 не томи. Не томи, родной. Так, я вот думаю, что мне сделать. Либо прикрыться, либо бомбануть по нему миксом. Но, о, я так и думал, ребят. Я так и думал. Наверное, я так сделаю. Посмотрим, насколько много у него вот этих вот тренеров. Угу. Так. Ну, кто там у него может быть? Сумоист, ребят. Там у него может быть сумоист. Поэтому мы сделаем, знаешь что? Вот так вот мы сделаем. А, вот ты как сделал. Ух ты, у него еще и рикошет.
Так, вот это, ребята, плохо. Отличная, отличная, ребята, карта выпала. Если он думает, что я ему сейчас дам на этих сумоистах тут разгуливать. Нет, ребята, не дам. Сделаем так. И сделаем, наверное. Сделаем, наверное, еще вот так вот. Охотничьи угодья. 3-5-8. Но я думаю, что здесь сработает защита у меня. Нет, ребята. Защита, к сожалению, не сработала. Где мои могилоеды, ребята? А? Скажите-ка мне на милость, где могилоеды? Ага, уже не знаю, что поставить. Надеюсь, тренера нет у тебя, гаденыш? Угу. Все? Все, видимо. Блин, как тут лучше сделать-то? Давай, наверное, так. Поставим так. И вот так. Угу. Бабах сюда поставим на всякий случай. Ну, ты будешь бомбить-то в лицо ему? Давай, во, отлично. А как ты вовремя появился, а, парнишка? Просто не знаю, как сказать, как ты вовремя появился здесь. Ага. Ага. Все, да, на этом? Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Давай так вот сделаем. Погнали. Упс. Ауч. Ребята, вот это я попал. Твою налево, блин. Не пробили, вообще не пробили, ребята. Ёпрсоте. 6 и тут 7. Да, не хватило. Да этот чепушила там тоже бесявый. Блин, у меня не было на воде. Ни орех этот не выпал мне на воде. Ни могилоед мне здесь не достался, к сожалению. Ладно. Так, выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Ну, мозговитые зомби-герои — это у нас два. Это профессор и вот этот вот наш парень. Так что я даже... Я, наверное, за профессора... Ой, за вот этого. За мозг-атаку. Попробую, ребят, сыграть. А, не сыграть, а надо выиграть. Надо выиграть. Так что пытаемся. Попытка не пытка, фиг ли сделаешь. Сейчас опять будет сообщение, да? А, ушел все-таки. Ушел. Не стал он драться. Опа. И это у нас орешек в доспехах. Орешек в доспехах, значит. Че это такое у меня? Что это за рандомная колода? Первого хода нету. Да и второго нету. Опа. Опа. На хилах, что ли, охламонищ решил сыграть. Ну все, ребят, я поплыл.
Угу, я поплыл. Че, наверное, ставить этого? Я не знаю, что лучше, ребят. Давай поставим вот так вот. Могила ед? А, вот так вот он сделал. На, сейчас будешь мне тут. Иди отсюда. Бэмс, бэмс. Так, ребят, сейчас... Сейчас надо нам что-то сделать. Нам нужно оставить с тобой вот это вот, да? Нужно же оставить? Нужно. Угу. О, как. Этого сразу вырубаем. Этого, друзья, сразу вырубаем. К чертовой бабушке, нефиг ему тут делать. Так, а вот дальше что? Отлично. Давай-ка я вот так поставлю. Пока все. Ха-ха, орех. Так, ну что, вырубаем, да? Вырубаем его сразу через... Вот так вот сделаем. Погнали. Мне главное, чтобы здесь не сработала защита у него. Нормально. Ну, нанес, да, нанес урон мне. Так, посмотрим. Блин, надо было бесенка выпускать еще. Ладно, бесенку сюда поставим. Ну, естественно. Естественно, зеркальный орех. Ну, как же без него-то, ё-моё. Короче, на орехах, ребята, решил сыграть этот чепушил несчастный. Блин, у него еще сработает защита. Ё-моё, ну... Срабатывает защита. Он может защиту сейчас влепить себе, да? Скорее всего, вот так он и сделает. И этого я выкину в следующий раз, ребят. Угу. У него защита там. Так что этого выкидываем. Ага, вот так вот. Ну что, штанишки обмочил уже? Орех. Но если у него этот орех, значит, у него должен быть куча орехов. Должен быть этот. Угу. Так, превращает его в другого. Во что? Ты посмотри. О! И это все, да? Ну что, этого выкидываем к чертовой бабушке, да? Пошел отсюда. Единственное, что защита, да, ребят. Защита... А, нет, не сработала. Вот сейчас сработает. Вот что мне сделать, а, ребят? У него наверняка взята защита. Заморозка. Заморозка меня здесь не спасет. Я могу здесь сделать только лишь... Вот так, наверное.
Да, я тебе говорю, что защита у него будет. Так, ну что, этого я не знаю. Этого заморозить, наверное? Или как? Давай заморозим его. Поехали. Допустим, ставит он орех. Фига себе, орех он ставит. Ну и все. Все, ребята. А, подожди, какой все-то? Это же... Блин. Что он делает? Убирает его сюда. Четыре и три, восемь. Чуть-чуть не хватит, да? Ну что же. Я не знаю, стоит ли мне этого или вот этого ставить. Ай, боюсь, сейчас он поставит орех, друзья мои. О как. А он не думает, что сейчас 6 в лицо-то ему прилетит? Он об этом-то не подумал? 6 в лицо, это же у нас жизнь на атаку идет. Ну, это его проблема, ребят. Соображает он, не соображает. Ошибся. Будем считать, что он просто ошибся. Да, все, друзья мои. Отлично сыграл сегодня. Ну, за исключением, конечно, первого поединка. Или какой там у нас был, где мы проиграли. Ну, ничего страшного, ребята. Один раз проиграть — это не беда. А в прошлой серии я проиграл вообще там с десяток раз, и ничего. Не плакали, не грустили. Ну что, друзья мои, на этом большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.